По итогам июля некоторые ивановцы получат два счета за тепловую энергию. Одну квитанцию за горячее водоснабжение от ИГТСК, вторую – за отопление от Ивгортеплоэнерго. Это связано с тем, что предприятие ИГТСК заканчивает деятельность по начислению сбора платежей за ресурсы. Теперь эта функция возложена на Ивтеплоэнерго. Уже с августа будет только одна квитанция. Начисление за горячую воду осуществляется на основании показаний индивидуальных приборов учета, которые в ИГТСК приходят месяцем позже. Вот. Я хотел подчеркнуть, что общая сумма по данным двум квитанциям она осталась без изменений. Значит, обе квитанции необходимо оплатить. И по всем вопросам жителей возникающим, они могут обратиться в абонентскую службу Ивгортеплоэнерго по адресу проспект Шереметьевский, дом 5, по телефону, указанным в квитанции.